очень интересное, своеобразное место. То ли здесь такое маленькое кладбище, то ли это просто статуэтки стоят, я не совсем понятно. Что-то здесь такое есть. Или же типа место молитвы, что ли. Не знаю, такой маленький интересный парк, своеобразный, рядом с магазином, с этим, вот этот магазин Меркадона, кстати, очень хороший магазин. Во-первых, очень большой, большое количество выбора и цены, насколько я понял, самые низкие пока во всех других, которые здесь есть, другие магазины. Сейчас находимся на острове Тенерифа, на Канарских островах. И вот это вот такое вот, сейчас посмотрим, ну да, тут какие-то изображения святых, я так понимаю. Вот такие интересные вещи обнаруживаешь. И рядом вот эта будка стоит. То есть в этой будке кто-то как бы должен сидеть. Но сейчас там никто не сидит. Вообще как бы должен сидеть, потому что там стоят эти стульчик стоит. Такие вот дела. Что, пока все. Буду экономить батарею. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на острове Тенерифа.